поделки. И сегодня мы будем делать очень вкусную поделку папе на 23 февраля. А вкусный наш подарок будет, потому что у него будут конфеты. Куда ты уже рубаешь конфеты? Это ж подарок. Я попробую, чтобы папа не отравился. Чудеса. Ну а прежде чем начать, мы, как всегда, проводим челлендж для наших новых зрителей. Успей подписаться и нажать на колокольчик всего лишь за 5 секунд. Поехали! 5, 4, 3, 2, 1. Ты успел? Если да, поставь лайк. Для нашего подарка на 23 февраля нам понадобятся вот такие 3 шаблона, которые вы можете распечатать. Ссылочку на данные шаблоны вы можете взять в описании под видео. А также 2 листа цветной бумаги мы взяли желтый и коричневый, плотностью 180 грамм. Ну и, конечно же, конфеты, которые мы положим в этот подарок. Вот эти 2 фигуры в виде солнышка у нас будут в дальнейшем кубком. И кубок мы будем делать вот такого желтого цвета. А из коричневого картона мы будем вырезать вот эти детали. Это будет основание нашего кубка. Скрепляем при помощи прищепок 2 листа. Теперь нам нужно вырезать наше солнышко по самому крайнему контуру. Внутренние линии – это будут линии изгиба. Вырезаем. Если у вас дома нет прищепок, тогда вырежете отдельно фигуру в виде солнышка и перенесите его на желтый лист бумаги. Вот эту деталь из шаблона мы вырезаем тоже на желтом картоне. Это будет табличка, на которой мы будем писать поздравления. Мы вырезали наши детали, а также еще вырезали вот такие 2 полоски размерами 1,5 см шириной, а длиной 30 см. Вот здесь, на этих линиях, мы будем сгибать нашу деталь. Чтобы наши линии сгиба получились ровные, берем линейку и любой тупой предмет и проводим по линиям сгиба, немного надавливая. Если ее будет плохо видно, дополнительно можете провести и на самой детали. Также проделаем со всеми деталями нашего шаблона. А если у вас есть коврик для резки, подложите его. С ним делать это намного легче. Теперь с легкостью мы можем согнуть наши линии сгиба. Наш подарок уже приобретает какие-то формы. Коричневые части нам нужно склеить вместе. Для этого мы берем, наносим клей. У нас клей ПВА, вы можете взять любой. И склеиваем. Как видите, теперь все собирается в единую целую коробочку. А нам предстоит только склеить. Не забывайте выдержать некоторое время, чтобы клей хорошо схватился. И завершающий момент. Осталась только одна сторона. Теперь берем самый маленький наш шаблончик. Мы уже проделали на нем линии сгиба, а теперь сгибаем. Осталось теперь ее склеить. Вот таким образом, как чашечку. Наносим немножко клея и склеиваем. Склеиваем каждый лепесточек нашей детали. Немного ждем, пока клей схватится, либо высохнет. И переходим к следующему. Наша половина кубка готова. Пока откладываем ее в сторону и приступаем к другой детали. Также изгибаем по линиям сгиба. Эта деталь больше, поэтому с ней легче работать. И склеиваем. Наносим немного клея и склеиваем между собой 2 лучика. Также наносим еще немножко клея на другой, на следующий лучик, прижимаем и склеиваем. И склеиваем последний.
Обе части кубка теперь склеиваем вместе. Вот так. Берем наши полосочки и какой-нибудь круглый карандаш либо маркер. И скручиваем нашу полосочку в спираль. Вот так. Наносим немного клея на самый кончик и приклеиваем в нижнюю часть нашего кубка. С одной стороны и с другой. Теперь фиксируем верхнюю часть, тоже на клей, с одной и с другой стороны. Осталось только приклеить сам кубок к нашей подставке. Наносим клей. Ставим в центр и прижимаем. Лишний клей вытираем. Теперь пришло время оформить нашу табличку, которую мы будем наклеивать на подставку с кубком. Будем писать лучшему в мире папе. Сначала мы делаем это простым карандашом, для того, чтобы потом можно было красиво обвести. Теперь подписываем маркером. Наносим клей на обратную сторону и приклеиваем, стараясь в самый центр нашей подставки. Осталось украсить наш подарок. Кладем такую вот стружечку. И туда бросаем конфетки. Вот такой замечательный подарок папе на 23 февраля мы своими руками сделали вместе с вами. Я думаю, такой подарок папе понравится больше всех. Правильно, кубок папе, а мне конфеты. Хитрый. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока! Ну что, сняли? Давай ешь конфеты. А ты что, снимаешь? Ты снимаешь?